На территории Саратова и Энгельса полицейскими проведены комплексные мероприятия, направленные на выявление и пресечение правонарушений в сфере миграции и проверку соблюдения требований административного законодательства. В мероприятиях задействовали сотрудники службы подразделений Главного управления МВД России по Саратовской области, территориальных управлений полиции, а также представители районных военкоматов. Основной задачей мероприятия стала проверка крупных торговых объектов, увеселительных заведений, кафе, объектов сферы досуга, а также мест проживания иностранных граждан. По итогам мероприятий в Саратове и Энгельсе проведена проверка 50 иностранных граждан. Выявлено 17 правонарушений в сфере миграции. Из незаконного оборота изъято более 800 единиц продукции с признаками контрафактности. В числе выявленных нарушений – нарушение режима пребывания иностранного гражданина на территории России, проживание без регистрации, нарушение иностранным гражданином правил въезда на территорию России, незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности. Сотрудниками военкомата вручено две повестки о необходимости прибытия в районные военкоматы и постановки на воинский учет. В рамках проведенных рейдов сотрудниками госавтоинспекции осуществлена проверка 7 пассажирских автобусов и 10 водителей, осуществлявших перевозку иностранных граждан. Работа в данном направлении будет продолжена.